Лиса бежит, что-то поймала, тащит. Значит, что? Значит, там у нее нора. Угу. Да, ворон, ты куда пошел-то? Ты куда пошел-то без хозяина? Козлик. Рога твердые уже. Красавчик. Ну-ка, не толкайся. Ворон. Увидел нас. Кого-то бы интересно было поснимать. Там еще справа три штуки бегут. Параллельно нам облаивают. Молодец, молодец. Я их потерял. Где-то по лесу пошел. А, этот, позируешь, что ли? Э? Ну-ка еще давай так же зевни. Хлеба дам. Вот он загавкал. Так, ладно, едем мы дальше. Хорошее место, хорошее место. Вон там козлик молодой. Вроде бы молодой. Там еще один. Или это коза с рогом? Не пойму. Сейчас попробую подойти. Спалился, их там что-то сильно много ходит. Через ветки не понять, кто стоит, смотрит. Вон слева мелькает задница белая, справа. А это вот за отростком, ага. Только не сфокусироваться. Козел впереди заорал. Меня почуял. А этот еще не почуял. Он еще не дошел, чтобы ветер на него дул. Паники навел, блин. В общем, так сейчас и не пойму. Где там будет коза? Туда же побежал. Коза где-то вот здесь последний раз мелькнула.
и все, и не вижу. Встает так специально, чтобы не видно было. Где голова-то? А там ворон, в общем, стоит. Ну, выскочит и на открытое-то куда-нибудь. Сейчас в обратную сторону ломанется, наверное. Это обычная козочка, это не та. Конь красивый у меня, он стоит, выглядывает. Знакомиться к нему, наверное, пошла. Ко мне не хочет выскакивать. Ладно, пойдем мы дальше. Где она? Не вижу. Ворон-то вон он стоит. Она вот тут вот бегала. Непонятно. Непонятно. Кратус такой, кратусь, как обычно. Кратусь-то, короче, вон к дому. А, их там, ничего себе, их там. Детский садик целый. Ага. Целый детский садик. Мне что-то размером показалось. Здоровый. Ничего там, рога, наверное, у козлины. А их там вон оно что оказывается. Так что вот так вот тут. Зверь есть.